Вкусный, свежий. Корочка хрустит приятно. Когда его покупаешь, пока до дома несешь, всегда укусишь. Он хрустящий, он мягкий, я не знаю, он вкуснее, чем белый. Наблюдения жителей Владивостока подтверждают и специалисты. Подольский хлеб запатентован только в нашем городе, и его рецептура не меняется уже 25 лет. Он сохранился уже из тех сортов хлеба, которые были еще в военные годы. Сам способ приготовления хлеба. А рецептура, как она была создана в 90-х годах, так она и сохраняется до сих пор. Приготовить точно такой в домашних условиях просто невозможно. Высокотехнологичный процесс полностью автоматизирован. Немцы от производства подольского отказались. Слишком сложной для них оказалась технология. Чтобы приготовить настоящий подольский, необходимо пройти 5 фаз. При том, что обычно хлебную продукцию изготавливают в 2, а то и в 1 этап. Сначала готовится специальная заварка из горячей воды и ржаной и первосортной муки. Затем туда добавляют лактобактерии, идет процесс ферментации. А дальше добавляют закваску из молочно-кислых бактерий. Четвертый этап – вся примесь поднимается, получается опара. И только потом готовое тесто подвергается тепловой обработке. Производство подольского хлеба – дело поистине деликатное. Здесь все рассчитывается буквально до минуты. Например, здесь, в расстоечном шкафу, хлеб приобретает необходимые размеры и форму. На это ему необходимо 45-50 минут. Несмотря на то, что подольский – самый привычный хлеб на столах приморцев, его производство полностью механизировано. Рецепт запрограммирован на каждом автомате. А как хлеб чувствует себя в печи, специалисты контролируют через оборудованные окошки. Ну, здесь у нас видно готовность. При высокой температуре дрожжи погибают, дополнительные не вносят. Поэтому подольский – яркий пример хлеба на закваске, который сегодня на пике популярности. А значит, Владивосток уже 25 лет выбирает не только вкусный, но и полезный хлеб. Инна Щедрова, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.